Привет, с вами канал Территория Мужчин, и в сегодняшнем видео мы будем делать сверхлегкую донную снасть для ловли мирной рыбы. Для сегодняшней самоделки нам понадобится вот такой поводковый материал, в моем случае он диаметром 0,4 мм, для того чтобы было хорошо видно. Маленькая кормушка, можно использовать кормушку из-под снасти убийца карася. Маленькое грузило в форме капли или шарика. Два вертлюжка, один чуть-чуть больше, один чуть-чуть меньше. Три бусины и два коротеньких поводочка с небольшими крючками. На все товары, которые я покупал на AliExpress, ссылочки будут в описании к видео. А теперь приступим непосредственно к изготовлению снасти. Для начала нам нужно привязать вертлюжок к нашему поводковому материалу. Вяжем любым из способов. Берем вертлюжок, тот что меньше. Привязали вертлюжок. Лишнее отрезаем. Получается вот так. Теперь отрезаем приблизительно полметра поводкового материала, нам этого будет более чем достаточно. Так, отрезали это в сторону. Теперь приступаем непосредственно к монтажу снасти. Берем нашу бусину и продеваем к нашему вертлюжку. Вот так. Далее берем нашу кормушку и продеваем также и ее. Так. Далее вторая бусина и наш грузик. Вот такой полуфабрикат у нас получился. Теперь есть небольшой нюанс. Для того, чтобы этот поводок нормально вращался, можно его посадить на вертлюг. То есть между бусиной и грузиком ставим еще один вертлюг и бусину. Он будет лучше вращаться. Ну, для того, чтобы нашу снасть сделать как можно проще, мы будем использовать вот такой монтаж. Теперь отмеряем приблизительно сантиметров 30 и привязываем наш вертлюжок, при помощи которого наша снасть будет цепляться непосредственно к основной леске. Привязали наш вертлюг и лишнее отрезаем. Кончики можно приплавить зажигалкой или оставить так, как есть. Теперь все, что нам остается, это нацепить вот такие небольшие поводочки. Длина поводочков не должна превышать 3 сантиметра, иначе они будут просто путаться. Итак, один привязываем к нижнему вертлюжку. Вот так. Второй привязываем между кормушкой и бусиной. Вот так. И теперь наша снасть полностью готова. Вот так она выглядит. В нашу миниатюрную пружинку набиваем прикормку. На крючки вешаем пенопласт. Ну, как его вешать, я думаю, вы все знаете. Вот примерно так. Данная оснастка получилась очень легкая. Вес ее в пределах 8-10 грамм. То есть можно сказать, что это такая себе ультралайт донная снасть. Данная снасть настолько легкая, что ее можно установить на обычный спиннинг и тем самым ловить мирную рыбу. Вот такая ультралайт донная снасть у нас сегодня получилась. Кому видео понравилось, пожалуйста, оценивайте его. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.